И всем привет, дамы и господа, с вами Алиамон, и в сегодняшнем видео у нас обзор на игру Ultimate Arctic Simulator. Да, вы слишком быстро набрали 30 лайков под вот этим вот видео, там уже 63 лайка. Господи, спасибо вам большое, вы просто гиперактивные. И раз вы такие гиперактивные, то следующий обзор на следующую игру, которую вы просили. Меня просили обзор на игру Ultimate Cat Simulator, Dog Simulator, также еще Fox Simulator про лесу. В общем, если вы хотите, чтобы эти обзоры вышли, то тогда набираем вот под этим вот видео 75 лайков, и тогда я выпускаю это видео с новеньким обзорчиком. Ну, сейчас мы будем рассматривать эту игру. Что ж, эта игра, как обычно, у нас по стандарту обучалочка. Она не нужна. Это симулятор тех животных, которые живут в Арктике. А именно, это вот такой вот прекрасный белый мишка. Потом морской котик. Они нам доступны на первом же уровне. На пятом уровне мы будем играть за такую рысь. На 10 уровне за пингвина. На 15 уровне за лося. На 25 за прекрасного снежного барса. Также на 25 уровне вы будете играть за такого прекрасного бурана. Барана. И на 30 уровне за хаски. Очень красивая хаски, она мне очень нравится. На 35 уровне за вот такую вот сову. И на 40 за моржа. Так обычно, по стандарту, тут у нас три вида шерсток. Первый нам дается сразу же, как мы заходим в игру. На 10 и 20 у нас закрытые шерстки. Давайте назовем его, как обычно. Вы знаете, как я называю всех своих животных, когда играю в игру. В общем, вот. Что ж, давайте будем играть за медведя, потому что я хочу играть за медведя. Или же посмотрим морского котика. Не, мне кажется, за медведя лучше. Итак, давайте посмотрим карту. Карта тут у нас полностью вся ледяная, потому что это все же Арктика. И поблизости у нас тут с вами логово есть. Логово не отмечено знаком вопроса. Вот те, где все знаки вопроса, это у нас логово. А где вот такие вот черепки, это у нас боссы. Тут-то очень много боссов и также много логов, если честно. И поблизости у нас одно из этих логов, которых я сейчас хочу отправиться и посмотреть, что же это за логово и как оно будет выглядеть. Также мне очень нравится анимация, графика, конечно, тут, ну, так скажем, нормальная, то есть вполне играть можно. Сама моделька животного медведь и других животных мне тоже нравится, но джунгли-симулятор меня, конечно, больше поразил, потому что, ну, серьезно, вот зимой не будет таких зеленых деревьев, то есть листья все опадают. То есть зеленой травы, вот как вот здесь, вот такого нету зимой. Травы зеленой нету. Елки, слава богу, разработчик оформил правильно то, что они зелененькие и покрыты снежком, а также инеем. Вот это вот мне нравится. Тут у нас получается снежные лисички. Нет, это песцы. Да, это песцы, они будут меня атаковать сейчас. Нет? Не будете? Очень мило. Также тут у нас гуляют пингвинчики, за которым гонится лиса, точнее писец. Ну, в принципе, не все так плохо. Но вот зеленая трава, опять же таки, не бывает зимой зеленой травы. Я уже почти что подошла к... мы можем съесть траву? Мы можем съесть траву? Ну, вообще, не помню, чтобы... Ой, она его убила, все. Нет! Пингвин убил лису. Ну, вообще ништяк. Вот, смотрите, 51 логово. Оно просто офигительное. Смотрите, какое большое. Действительно, прям как пещера для белого медведя. Смотрите, как круто оно выглядит. Получается, здесь у нас располагается водичка, которую может попить наш мишка. Кстати, мишка очень симпатичный, красивый. Вот, также тут у нас камень падает.
Он падает мега медленно. Мы можем его двигать, да? Мы не можем его двигать. Да, ладно. Что ж, также тут у нас что-то типа камней, которые похожи на стульчик. У меня сегодня очень фантазия разбавленная. Смотрите, мы можем тут сидеть и что-нибудь употреблять, кушать. Ладно, давайте кого-нибудь убьем. Кстати, тут у нас два входа. Сейчас вот вход и вот там вот другой вход. Пока у меня нету пары, потому что у меня только первый уровень, и я еще даже ни на кого не охотилась, потому что... Кстати, мы можем есть ягоды. Это очень круто. Там у нас белые медведи гуляют. Ну, не знаю, зачем тут он сделал кустики. О, давай забьем пуму. Мы же можем убить пуму, мы же медведь, медведь сильнее, чем пума. Так. Ай! Вот же сраное такое говно, я тебя спрячусь. Фух. Вот знаете то, что вот это вот эти вот бревнышки, которые валяются, лежат на земле, они могут вас спасти от хищников. И можно также прокачаться благодаря этим бревнышкам до 5 уровня. Давайте так и сделаем. Сейчас я быстренько прокачаюсь. Мы рычим и подходим к нему. Нас не видят. И можно так очень быстро прокачаться. Вот в новых версиях, ура, мы на 5 уровне, и теперь мы можем прокачаться. И мы, точнее, мы уже прокачались, теперь мы можем найти нам медведицу, которая у нас есть как раз поблизости. Бэйби, иди ко мне. Бэйби, не цапай меня. Ну прекрати. Прекращай, девочка моя. Итак, мы прокачались, у нас есть уже медведица. И это все настолько мило и настолько прекрасно. Смотрите, как, насколько они нежные. Вот кто вот не любит медведей? Забудьте это. Верни свои слова назад. Медведи слишком милые. Смотрите, как мило они обнимаются. Ну как можно не любить их? Что ж, давайте теперь назовем нашу жену. Нашу медведицу и назовем ее как обычно. Это Мон, Луна. Ой, Мом. Да блин, Мон. Вот все. Кстати, кто-то меня там атакует, нет? Нет, не показалось. Смотрите, какие красивые лучики солнца. Вот это вот я очень ценю, потому что именно этот разработчик делает вот такие вот лучики солнца. Кстати, каждый раз забываю сказать то, что это симулятор 2018 года. Вот. И давайте поиграем за рыську. Потому что мне интересно. О, какая милашка! Она очень милая, она очень маленькая. И она очень быстро бегает. Интересно, как она рычит? Мне очень интересно, как ты рычишь? А вот, послушайте. Меня бьет какая-то там сова. Слышь, сова, ты не на того напала. Лучше со мной не связываться. В общем, вот такая вот рыська. Очень красивая, очень привлекательная. Так что можете тоже поиграть. Давайте за морского котика поиграем, посмотрим. Ой, какой маленький! Он так здорово у нас двигается, а прыгает он очень как мило. Ой, ну в общем вот, ребят. В общем вот. Вот такая вот прекрасная игра. Обзорчик получился мега маленьким. Давайте покормим нашу... О господи, куда это я забрала? Вот. Давайте-ка покормим нашу медведицу мяском. На еще мясо кушать. В общем, надеюсь, что вам понравилось это видео. Обзорчик получился маленьким.
Также подписывайтесь на мой канал, набирайте 75 лайков под этим видео, и тогда я выпущу следующий обзор на вот эти вот три игры. Ну, не сразу же, а постепенно. Буду снимать сначала на эту игру, потом на вот эту вот, или на вот эту вот, я пока не знаю, но... Очень частенько просят именно эти симуляторы. Скорее всего, следующее видео будет про обзор про Ultimate Fox Simulator, а потом уже буду снимать про Ultimate Cat Simulator и про Ultimate Dog Simulator, потому что, ну, не так часто просят, скорее всего, ну, чаще всего, короче, просят именно про Ultimate Fox Simulator. В общем, надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши прекраснейшие комментарии. Знаете, что я вас всех очень сильно люблю и буду вас радовать своими видео. А вы радуете меня своей активностью на моем канале. И всем-всем пока-пока. Я вас всех очень сильно люблю и очень сильно рада, что вы у меня есть.